вопросы главные, которые сегодня есть по строительству вредных производств в нашей стране, 4 заводов, заводов смерти, которые будут предполагать просто второй Чернобыль, закладку атомной бомбы под наши с вами ноги, и в конечном итоге приведут просто к катастрофическим результатам, потому что по той информации, которую мы в Думе получаем, эти отходы будут сжигать. Сжигать — это самый варварский метод, который в мире практически не практикуется, потому что это огромный выброс, это огромный урон для экологии. Поэтому человечество наиболее гуманно к этому подходит и просто, значит, консервирует их, закапывает их в землю, да, в надежде, что когда-нибудь найдутся способы, откроются какие-то новые технологии, и отходы первого-второго класса опасности можно будет переработать. У нас предлагают их просто сжигать, а учитывая, что это будет 50 тысяч тонн в год, это, как вы понимаете, очень серьезный удар для нашей с вами дома, региона. У нас первое место в России по оттоку населения, пятое место в России по онкологическим заболеваниям. Значит, в целом ситуация очень тяжелая. Это, видимо, меры, которые должны нам с вами помочь в нацпроекте экологии, которые просто поставят точку. Нам, в принципе, наверное, надо будет отсюда переезжать, если мы хотим, чтобы мы дожили, до пенсионного возраста мы уже не доживем, это понятно, но хотя бы чуть-чуть еще с вами смогли просуществовать.